28 сентября Омск посетил генеральный секретарь Всероссийской Федерации Волейбола Александр Еременко. Он провел серию рабочих встреч, а также вместе с первым заместителем министра спорта региона Иваном Колесником и председателем Федерации Волейбола Омской области Сергеем Куфриным побывал на главных спортсооружениях нашего региона, в том числе и на G-Drive-арене. Положительный момент – это то, что есть внимание к волейболу, есть внимание на всех уровнях, и на уровне правительства области, на уровне Министерства спорта. Есть люди, энтузиасты, которые готовы вкладывать свои силы и время в развитие волейбола. Я очень оптимистично смотрю на развитие волейбола в Омской области, тем более, что это традиционный вид спорта для Омска. Здесь была сильнейшая команда, до сих пор спортсменки Омской школы выступают в Суперлиге, очень много в других командах. В результате принят ряд важных решений по развитию волейбола в Омском регионе и по реализации недавно заключенного договора о сотрудничестве между Всероссийской Федерацией, командой ОМ и нашей детской спортивной школы. Требуется некая дорожная карта, в которой поучаствовали в ее реализации как региональная федерация волейбола, Всероссийская Федерация волейбола, естественно, руководство области, естественно, Министерство спорта, в лице Министерства спорта. Поэтому по итогам этой поездки общения, наверное, в ближайшее время попробуем эту рабочую дорожную карту создать, сделать некую рабочую группу, встречаться почаще и начать уже ее реализовывать. Работа по этому направлению, по волейболу, в частности, у нас на высоком уровне, она оценена, есть что посмотреть. И вот сегодня мы не зря находимся уже в готовой арене, в нашем самом большом спортивном объекте, который у нас есть в Омской области, чтобы показать Александру Михайловичу возможности проведения каких-либо крупных всероссийских международных турниров на базе именно нашего города. В принципе, сегодня посещалось много объектов. Это был и велотрек, где домашняя арена нашей волейбольной команды ОМИ. Это тренировочная их база в физкультурно-оздоровительном комплексе СИБГУФК, потому что очень много зависит от подготовки кадров сегодня. Есть на что посмотреть, есть чем работать. Я уверен, что с таким вниманием со стороны губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова, руководством Всероссийской Федерации волейбола, у нашего волейбола большое будущее. В ближайшей перспективе в Омском регионе могут пройти матчи или соревнования высокого международного уровня по волейболу, а команда ОМ будет решать задачу выхода в Суперлигу.